Собственно говоря, предсказуемые перемены. Действительно, он крайне удовлетворен работой, абсолютно удовлетворен, как и предсказала наша модель. То есть здесь отклонения большого нету. И вообще мы видим, что высокие уровни удовлетворенности работы, они предсказаны корректно. Ну вот разве что небольшое отклонение на две градации. Человек сейчас удовлетворен работой на семерку, машина спрогнозировала ему больше, чем на девятку. Более серьезных отклонений положительной области, в смысле удовлетворенности работой, я здесь не вижу. Скорее всего, большие отклонения будут возникать для случая низкой удовлетворенности. Это тоже можно посмотреть. Опять же, запускаем линейную регрессию. Снова заходим в кнопочку Save и теперь сохраним остатки. Ну, давайте стандартизированные остатки, причем стьюдинизированные. То есть стандартизированные по методу Сьюринда. Хотя еще лучше остатки deleted. Самые оптимальные остатки есть удинизированные и deleted, удаленные. С ними лучше всего работать, если вы будете делать агрессию с фильтром. Вот переменные со студенизированными удаленными остатками. Большие положительные остатки присутствуют для средней удовлетворенности работы, а большие отрицательные так вот, а большие отрицательные характеризуют как раз реальную низкую удовлетворенность работы. То есть мы имеем низкую или ниже среднюю в основном удовлетворенность работой, а машина предсказала гораздо более высокую удовлетворенность работы. Как раз это левый конец распределения зависимой переменной, который плохо прогнозируется. За счет этого r квадрат у нас и меньше 0,5. То есть людей с низкой удовлетворенностью работой мы, к сожалению, спрогнозировать не можем в должной мере. Итак, у нас сравнительно высокое качество модели, однако я считаю его неприемлемым, потому что r квадрат меньше 0,5, то есть больше половины прогнозов у нас ошибочные. У нас все предикторы достаточно качественные. Мы посмотрели, какие предикторы положительно влияют на удовлетворенность работы, какие отрицательно в абсолютных величинах. Также сравнили их между собой по степени влияния, рассчитали для произвольно взятого профиля значение удовлетворенности работой, оценили мультиколлинеарность. Что еще про мультиколлинеарность можно сказать? Ее можно оценивать и более детально. Для этого можно воспользоваться опцией